Здравствуйте! Подмигиваю всем заинтересованным глазам, которые в данный момент смотрят на нас. С вами снова остановка «Не Британия». Я Артур, Артур и Тимур. Друзья! Я безумно по вам скучал, начнем с этого. Ты прям с моих, вот, с моих уст эту фразу забрал, потому что я тоже по вам соскучился. Я даже больше того скажу, недавно с твоих уст забрал пиццу. А ты делаешь это не первый раз и безнаказанно. Причем он работал официантом в том заведении. Ну что, не виделись целый год? Не виделись, да, год. За этот год многое поменялось. Многое не поменялось. У нас реально Новый год. Мы прильнули к окнам в ожидании снега. Но, к сожалению, пока безуспешно, но все-таки. Все-таки мне кажется, что тот снег, который выпал, этого достаточно. Этого пока достаточно. Наконец-то спокойно вздохнул тот жадный сосед, ему боюсь. Расскажите, ну, друзья, расскажите, давайте перед тем, как начнем вот это вот общение, как вы провели Новый год? Я знаю, что ты в Таиланде был. Нет. Ничего не знаешь. Я был в кругу семьи. Так. Кушал оливье, мандарины. Потом наоборот. А ты, Артур? Я что? Я не знаю слова отдых. Я работал. Опа. Да, я был в костюме снеговика. Причем опа, это было именно состояние твоего... О-ля-ля. Именно так на снеговике, да, написали? О-ля-ля, да. Именно так меня назвали дети, когда кидали меня снежками. Ты был где-то среди латиноамериканских детей, они кидали о-ля-ля. О-ля-ля, да, и подарили мне вот этот галстук. Кстати... Хочется перейти уже вот к реалии. Ну, а реалии на сегодня таковы. У нас гость. Да, и хочется, да, вот прежде чем такое предисловие к нему сделать небольшое. Вот прошлый Новый год каждый, конечно, загадал мечту. У каждого человека есть мечта, и даже иногда случается, что эта мечта оказывается совсем рядом, например, за столиком напротив. Да. А я добавлю от себя, что у этого гостя очень домашняя фамилия. У нас сегодня в гостях Артур Халатов. Браво! Сидит меня духами опьянив, моя мечта за столиком напротив. Ница. Вот всегда, когда... Я не в халате сегодня. Отлично. Сегодня новая фамилия у тебя. Пиджаков? Не в халатом. Нет, а на самом деле, вот всегда вот все эти передачи, которые были у нас, вставал вопрос о том, что нельзя никак загадать желание между Артуром. А вот сегодня мы сломали стереотип. Дерзай, друг. Ты помнишь, что я хочу. А если я между тремя Артурами сяду, вообще желание жесткое. Ну, видишь, Артур, да, всегда он будет. Мне кажется, если бы я сейчас мог загадать мечту, и она бы сбылась бы. Много чего интересного даже в этой студии. Ты вел бы эту передачу один, скорее всего. Нет, у нас бы было бы пополнение с этой стороны. За столиком напротив. У нас были бы соведущие и не совсем мужского рода. Ну ты определись, как бы, давай. Или они женского, или мужского. Вот эти вот не совсем. Еще Владимир Владимирович говорил. Артур, как ты провел Новый год? Расскажи нам, как вообще. Еще даже не отошел. Новый год – это очень замечательный праздник, хороший праздник, семейный праздник. Ну то, что ты весь в черном сегодня. Ты сейчас прям как президент обращаешься, Новый год – очень хороший праздник. Я, например, очень долго не мог отряхнуться от зеленых горошков и от осколков фейерверков многочисленных. Я думал, ты в салате спал. С фейерверка. Фейерверки стреляли. И ты проспал весь Новый год. Ты, в принципе, у тебя правильные мысли. А вообще, где проводил Новый год в общем? Ой, Новый год, честно говоря, проводил дома, в кругу семьи. И у нас был дома хоровод. Собрались
братья, племянники, племянницы. Хоровод финансов? Финансовый хоровод? Новый год — это вообще, да, финансовый год можно назвать. Это праздник на самом деле. Ну, было много, да, подарков для детей. Было очень весело и задорно. Так что... Да, мы хотим напомнить, что Артур Халатов из прекрасной Северной Осетии и не менее прекрасной столицы этой республики Владикавказ. Спасибо. Вот так. Еще дальше можем напомнить, продолжать напоминать, что у Артура Халатова в кругу этого хоровода есть еще два маленьких... Две звездочки даже, можно сказать, пока самый еще, я. Да, пока тигрята, еще как, тигрята, как да. Ласково называет его жена. Это вот два маленьких мальчика, которые твои дети. Да. Это важно. Двойняшки. 14-й год был, когда на самом деле Арсен и Георгий. 14-й год был успешный для меня. У меня родились два сына сразу, двойняшки. Это очень, это вот достойно, если честно. Спасибо, спасибо. Уже в очередной раз я тебя так пишу. Привет дома всем. Артур, хотелось бы поговорить теперь непосредственно о тебе, о твоем творчестве, о твоей жизни. О твоем пиджаке, о часах. Вообще о тебе в целом. О пуговицах на пиджаке, мой любопытный очень. Да, вот просто. Тут о твоей семье... Одежда из Италии, новый армянский отец. Бутик в Осетии. Магазин одежды в Осетии, да. Нет, вот в целом творчеством, когда ты вот впервые начал петь уже, когда первую песню записал свою? Творчеством я начал заниматься. Первую песню записал 2 года назад. 2 года, 2.5, да. Вот так вот, за 2 года. Как называется первая песня? Да, первая за 2 года песня называется «А я молод и красив». А тогда так и было, когда ты записал? Тогда я был молодой и красивый, да. А у меня всегда, да, друзья... Я, ну, подкалывал с этой песней. А я старый и больной. Я говорю, нет, это на старости буду петь, пока такая песня. А на данный момент вот сколько вот на сегодняшний день у тебя песен уже? На сегодняшний день у меня 12 песен. Я выпустил альбом сольник, кстати, ребята, хочу вам я подарить. Я именно на это и намекал. Называется «Артурик». Пришел, кстати, здесь два от Артура тоже. Мне очень нравится название изначально. Да. Мне нравится, что ты в нашу честь. Вашу честь, ребята, конечно, все вашу честь. Мне не нужен этот альбом. Это вам от всей души. Я уверен, что следующий альбом будет «Тимурик». Да? «Тимурик», спасибо, да. Спасибо за вранье. Это как бы... Это традиция. «Артурики», да. Это традиция. А теперь меня в кадр, как я ненавистно на них смотрю. Тимурик, да? Нет, Тимка, мы тоже напишем. Подожди, это первый. На самом деле приятно, что ты подарил. Что ты вот. Я вообще заметил, что он с печки прям только, с печки. Да, с печки, тем более он еще теплый. Тем более в Кавказе в печке делают. Хрустящая корочка. Давайте есть, пока не остыло. Да. Не, я заметил, что с Владикавказа все гости нам приезжают. С дисками. С подарками. Фати Царика его недавно подарил. Вот. Ну как недавно, в прошлом году. Да-да. Но нам этот. Если бы ты нам его еще как-нибудь подписал бы. Подпишем, бы... конечно. Просто как бы у нас есть документы на кредит, а мы не можем подделать свою подпись. Да, свою подпись. Поэтому... Просто для примера. Пожалуйста, как в паспорте. Да, желательно где-нибудь. Я даже тебе ручку дам. Можешь на бороде. А как написать? Как считаешь? Ненавижу Артура, все для Тимура. Тимуру посвящается, напиши. Остановки не Британия. Посвящается меньшинствам. Именным меньшинствам. Как бы... Именное меньшинство. Как бы я не Иван в этой студии, чтобы так говорить. Хоть в какой-то студии ты именное меньшинство. Кстати, не говорю, что меня изначально хотели Тимуром назвать? Нет, не говорил. Все. Я просто надеюсь, что теперь хотя бы в отношении ко мне немного изменится. Не изменится. Я пробовал. Я именно этот же метод пробовал. Я даже сказал, что у меня изначально фамилию хотели сделать Джан Кьоза. Я хотел вопросом задать. А я хотел именно. Почему вы решили, что я отношусь к хорошим людям, которых зовут как меня, и фамилия у них такая же? Не, я изначально также пытался этот способ использовать с Анжеликой. Я говорю, что меня хотели сначала назвать Анжеликой. Что, написал? Да. Дай посмотрю. Я прочитаю, если поймешь. А материться же нельзя, как бы, в студии. Да ладно, ну что это тоже. Не, на самом деле, дорогим друзьям, студии остановки не Британия, в общем, на память. Вот так вот, давайте поаплодируем. На самом деле, приятный подарок, спасибо тебе, Артур. От всей души слушайте на здоровье. Как бы этот подарок... Там и песни радостные. В музей
Веселый Британии. Музей поле чудес отправляется. У вас, наверное, много уже таких. Якубович будет удивлен, но все. А ты видел, на рынке есть магазин CD-диски продаются. У Артурика. Вот одного диска не хватало. Да? Для коллекции? Да. Ну, Артур, я знаю, кроме того, что вот у тебя еще сольные концерты проходили в разных городах уже Северного Кавказа, еще у тебя вышло два клипа. Два клипа, да. После одного из них, кстати, тебя долго искали пожарники. Ну, это была задумка нашего режиссера. Клип называется на песню «Не кружите ветра вокруг дома», а дала она сердце другому. И раз она дала это сердце сейчас другому... поешь мне ее уже? Нет, я просто прочитал чуть-чуть. Рэп-версия. Да. И раз она дала сердце другому, и... Я обещаю, что мы сделаем. Да подожди. Это нормально. Не, рэп нормально, йоу. Это перепелит. Держи биты, да. Не кружите ветра вокруг дома. Но это потом, наверное, будет уже, да? Демо-версия такая. И где мы с ней жили, где мы с ней обитали, где мы с ней радовались жизни. И сжег дом? Я не наигрался по песне, я ушел и поджег дом. То есть ипотеку честно, не вывез? Не вывез не я этот ипотеку. Честно говоря, когда мы уже вот уезжали, мы смотрим, что пожарники летят реально. Почему он сжег реально дом? Вообще по сценарию этого и не было, даже он дом сжег. Останавливали полицейские, и документы ваши предъявите, да? Я никогда не забуду вот этот вид дымящихся операторов. Я никогда не забуду растерянный вид хозяина дома. Вы же сказали, просто просто а что, что не сделать, а ради творчества от молодых. Больше никому соли не дам такой. И дай бог, чтобы было таких людей намного больше, чтобы да, помогали молодым исполнителям. Это, ну, это вот, вот на самом деле очень да, приятно, когда есть такие люди. Да, когда ты сталкиваешься с такими людьми. Так что я хочу, чтобы они... Это люди, которые дают сжигать дома? Я просто те самые, говорю. Да, вот эти люди. А, ну, хорошие. А есть те люди, которые... Ну, есть у людей жилищные дома, где они живут, или просто хотят его, короче, ну, снести. Они, да, подожди, и все. Да, вот и клип снимешь. Что, ну, снимите? Так, так и получилось, на самом деле. Хоть память будет от старого дома. Да. Да. Так. Друзья, а дальше, учитывая, что Артур у нас человек новый, который еще не привык к тому, что его мучают. Да, никак не привыкну, кстати. Да. Мы хотели тебя вот так вот посвятить в жителей нашей страны, не Британии. Мы хотели тебе подсветить вот телефоном. Подсветить. Вот это вот... Действие, которое сейчас будет, так пытают еще участников, что, где, когда передачи. Вот сейчас, если ты неправильно отвечаешь, ты оказываешься в черном ящике. Ладно, ребята, давайте. Нет уж, извольте. Я понимаю, что я в черном, но не хочу быть в черном ящике. И не на поле чудес, да? Как люди в черном. На поле чудес вообще в двух шкатулках. И ты должен угадать, где твоя самая... Это нужная часть. Да. Что-то вы меня заинтриговали. Выбери себе орган. Такая донорская организация. Да. Да там в музее поле чудес мало ли что хранится. Да, да. Ну так вот, Артур, я предлагаю тебе поотвечать на мои вопросы, которые я буду задавать тебе очень быстро. А тебе нужно также быстро, не задумываясь, на них отвечать. Желательно, я тебе сразу совет даю. Отключить начисто вообще логику. Говори то, что приходит тебе в голову. А у вас этот пип, вот это будет там? Пип. Машины на улице стоят. Пип. А так ты можешь говорить. Но мне нравится, что ты уже начал отключать свою логику. У вас будет пип. Заходит в любое место, да, в магазин. Здравствуйте, у вас пип будет. У нас вчера было, сегодня последнее. У нас пип только после 10 не разрешается. Пип, вот 10 рублей стоит, вон там пип можно сделать. Да, вот в том кабинете с сердечком. Все, давайте. Нет, вот давай. Там общественный пип. Ты настроился на этот... Да, я жду. Настроился на этот неадекватный диалог, поехали. Все, я вообще уже отключился. Поехали. Готов? Да. Поехали. Как называют любителей приоры? Любители. Где хранит шляпу Михаил Боярский? На голове. Как звали создателя Дэнди? Создатель Дэнди. Как бы ты назвал кавказский айфон? Патефон. Почему у чебурашки такие большие уши? Потому что нос короткий.
Все взаимосвязано. Какой фразой ты встречаешь понедельник? Тяжелый. Где отдыхает Песков? На песке. Какой марки очки Шварценеггера? Арни. Как называют фан-клуб Пенкина? Пункин. Пупкин. Пункин Пенкин. Твоя фраза при укусе собаки? Пип. Пип. Из чего лепят летом снеговика? Из листьев. Сколько? Очень веселое детство. Сколько октав у Никиты Малинина? 35. Что? Это не денег на счету спросили. Особенно песня «Миленький ты мой котенок». Вы сказали? Это отключить мозг. Я его отключу полностью. Это у ненавистников Никиты Малинина 35 октав, когда не обсуждают. Кто сказал на прощание «Муму»? Мама. Любимый мультфильм Майка Тайсона? Ну погоди. Где ты хранишь свои парики? В парике. Как бы ты назвал кавказский айфон? Сейчас же новый какой-то айфон, да, будет? Вот так и назвал бы. Твоя фраза при укусе собаки? И мы счастливы. Мы счастливы. Все, мы тебя посвящаем, не британцы, а официально. Я прошел? В черный список не захожу? Нет, черного ящика не будет. Заносите. Мы счастливы, то есть ты хочешь сказать, что в доме 2 всех покусали собаки? 100%. Ну сколько лет они сидят там? Они укусанные уже. Зараженные, уже все. А кавказский айфон, кстати, ты ошибаешься, это наоборот они собак кусают. Настолько все уже. Учитывая, что они там где-то на отшибе живут в отдельном доме, я думаю, что... Я вообще не понимаю эту передачу, я не знаю. Я ее никогда даже не смотрел. А кто ведущий этой передачи? Знаю, что была Ольга Бузова. Не смотрит человек передачу вообще. Ну это была, это была. Ты сейчас сказал, что вот ты не понимаешь эту передачу, у тебя сразу рейтинг вырос до 95% населения страны. Нормально. А кавказский айфон... И на 5% тех, кто были уже в этом доме 2. Ага. Этот, а кавказский айфон называется? Слышишь, пацан, а у тебя что за айфон? А вот это называется? У нас нет, называется... У тебя какой айфон, да? Знаешь, как называется кавказский айфон? А ты кредит уже выплатил? Ну, вроде говорят, что будут их убирать айфоны, да, наверное, с этого года? Ну, раз пока работают у всех... А, кстати, а слышали? Кстати, у меня работает... Многим людям приходит сообщение на телефон, на айфон. Ну, не всем, но некоторым приходит, что с 1 января айфон отключится. Прям паника какая-то там у людей начинается. В основном это приходит на 4-й айфон. Да. Что самое интересное, на Nokia пришел к знакомому. На фонарик? Да. Фонарики будут отключены. Фонарики будут выключены. Он в шоке, вы с ума сошли? Чем я подсвечивать себе буду дорогу? Собралась семья такая, жена, печальная новость. Фонарики от в огород будем ходить со спичками. Как бы никаких фонарики отключили. Да. Не, ну, пока у нас все работает, фонарики работают, айфоны работают, я предлагаю перейти нам дальше. Мы сегодня готовимся тебя обсуждать. Так. И я вот долго лазил у тебя в профилях, ты, наверное, даже заметил, там я следы, я не убрал немного, извини. Там вот а я выбрал несколько твоих фотографий. Да, нет, подожди, это моя 1 января. Вот. Вот. Вы очень похожи 1 января. В принципе, итак, все люди похожи. Ну вот первая фотография. Вот лайк чистой питьевой воде. Такая вот экологическая акция от Артура Халатова. Это, мне кажется, после того самого клипа, после того, как дом сжег. И лежу в шляпе, в каске, да? Убегал от хозяина. И, мол, типа, все нормально. Это, скорее всего, как один из нартов поддерживает скалу. На самом деле он стоит. Это я валяю же возле, короче, ну, скалы. И чтобы свою эту голову не ударить, я еще одел шлем. Понимаешь, ну, а перчатки это у меня вообще, наверное, да, за все. Понимаешь? Мне начали, да, писать, а вот изготовители, да, перчаток, и они мне там указали, что я перчатки одел немножечко неправильно. А, наверное... С пупырочками я одел, да, наверх, надо было их сюда одеть. А я знаешь, какую ситуацию просто, когда, знаете, в толпе сидят, чем-то пахнет, и Артур показывает подошву свою, говорит, нет, это не я. Все нормально, не, он говорит, все нормально, это я. Это я. Нет, это Артур Халатов на пути к успеху. Где это и почему это? Это было на одной замечательной передаче «Экстрим», интервью «Экстрим». И я только что там лез,
как называется это? По скале? Летел, лез, когда ползал. Над собой эксперименты проводили? Летал? Они все проводили. Когда над нами все проводили, у меня вот оказалась, да, пятиминутка, и я решил загореть. И немножечко сделать вот такой селфи, как говорится. Судя по пустой бутылке, ты очень устал в результате. Очень серьезно, я был уставший. Видишь, как у меня живот надулся. Надутый живот. Так, ну, давайте пойдем дальше. А ты тоже поешь? Это фотография, которую ты домой отправлял и указал, что именно слева ты. Это жена говорит, ты с кем, где ты ходишь? Да я вот, посмотри. Со слами ты там какими-то водишься. Посмотрите, какой он милый, какой он хороший. Я не мог не упустить. Неожиданный поклонник. Сделать с ним фотографию, на самом деле. Я когда шел, мне Артурик не подведет. Я говорю, все, надо селфи сделать 100%. Мне даже интересно представить, где ты ему оставил автограф. А это будет уже за кадром. А мне, знаешь, такой кадр, как будто ты к нему подошел и спрашиваешь, есть позвонить? Айфон есть уже? Да, так еще за затылок схватил. Где гриву прикупил, да? Где гриву? Это съемки нового. Не, посмотрите, как он смотрит на самом деле. Может, это жалостно. Это Зорро уже не тот, да, короче? Заберите меня к себе, пожалуйста, на гастроли. Поехали, идем дальше. А это новый супергерой Халатмен. Это вообще было супер. Он укрывает. Это он хотел убить муху, и чтобы убить муху, он должен познать ее изнутри. Кстати, вот эти вот очки я, короче, вот когда приобрел на одной заправке Роснефть. Смеялись все. Заправки Роснефть, они же там же продают вот всякие. Я вот что-то экзотическое захотел. И когда меня вот останавливают. Да, ГИБДД, они мне все передают кучу-то привет, да, моей семье. Такая фраза. Если остановят ГИБДД, извините, скажут привет семье. Я вот в таких очках как бы, да, катаюсь. Смотря... А тебе не возникала мысль, что тебя остановят из-за того, что ты в таких очках катаешься? Ну, что останавливают, это нормально. Смотря на фотографии, так хочется, так и ждешь от тебя выражения. Идем дальше. Это Рокфор. Это вот на съемках... Игры, это игры престолов, это знаете, такой вот момент такой. Не, подожди, это если ты про игры псов. Это король Роберт Багратион, да? А я представил такое, ты подошел к Рамзану Кадырову, можно посидеть? На троне, да, чуть-чуть. Ну, если бы я дал, там надо было быть вот таким, наверное, да. Артур Халатов меняет профессию. Это вот видеофильм. И снова лайк ставит. Да, и снова лайк, да. Ну, на самом деле, мимо такого кресла нельзя было, да, пройти. Это как раз за минуту до того, как ты оказался у скалы уже. А, ну да. И потом одел шлем. Быстрое падение королевства. Это с тобой после этой фотографии налоговая не заинтересовалась, что у тебя дома? МЧС заинтересовался. Слишком уж все хорошо. Вот так вот живут артисты Северного Кавказа. То есть вот Артур сейчас сидит и смотрит, как раз напротив него горит тот самый дом. Я кресло забрал оттуда, из этого дома, вытащил, успел. Не, сейчас вот... Это за секунду до того, как он покажет. Да, такой смерть. Сжечь. Так, идем дальше. Что там еще? О, это вот первое. Вот именно вот это они говорили тогда, да. Причем час шел концерт и было. Слышь, а ты у какого зубного был? Я его спрашивал тоже об этом же. Не, у них это соревнование, кто быстрее проглотит микрофон. Это у нас, по-моему, какие-то батл или как эти? Батл? Батл, да. Бата это таблетки, которые употребляют и так себя ведут, кстати. А получилось как бы, посмотрите, вот интересно. Я руку так держу, он снизу, и это может какой-то был бы этот... Ну, за секунду до удара. Рестлинг с Султаном Ураганом. Мне почему-то кажется, что в следующий момент вы покажете заставку Мосфильма. Мне кажется, в следующий момент Султан Ураган лежит. Не, ну согласитесь, что фотография... Классная. Классная. Я согласен. Фотография может очень динамичная, яркая, да. Единственное, что... у вас никогда вот, ну, всем понятно, да, что вы здесь поете свою песню уже дуэтную, которая, да, уже, кстати, шлягером стала. Дуэт, да, у нас новая песня. Но вот судя по фотографии, кажется, что вот и рестлинг. А вы никогда не хотели на сцене как-то, вот, не знаю, как... Подраться. Ну, грубо говоря.
Один на один выйдешь, чтобы ты ему говоришь, да? Смотря с кем. Он говорит, ну вот в данном. А, я понял, один на один будешь, нет, у моей спортивки у бабушки, отвечает Султан. Да, да, я сегодня просто не в тех кедах. Так вот, почему не состоялся музыкальный дуэт с Николаем Валуевым у тебя. О, это серьезно. Это серьезно было бы на самом деле. Так, идем дальше. Поехали дальше. О! Вот это да. Это что, то есть получается волосы просочили через футболку? Росомахалатов. Это на заднем фоне, да, горит дом. Я этот отпустил свою гриву, можно так сказать. И только тигр И только лев. И только лев с открытой пастью говорит о нам. Лев символизирует реакцию хозяина дома, наверное, такая. Даже футболка хочет убежать, а Артур непоколебим. Да. Четко. Что это за фотка? Как? Это Дон Корлеоне прощает своего сына. Эта фотка у нас получилась из клипа на песню «Не кружите ветра». И я, так говорится, я тучи разведу руками, и тут мой львенок появился. Я как сам лев, знак зодиака. Это лев, да? Да, лев. А в год кого родился, если не секрет? Тигром. Вот так. Как бы у тебя противоречие, да? Не овцы, да. Ну и... это как бы тоже, да, кому-то намек был, да, кто не овца у нас здесь. Как бы я год дракона, так что я вообще нет. Я вообще не при делах. Представь, да, вот лев по гороскопу и овца по году, это в смысле взаимопожирание что-то. Ну да. У меня, видишь, какие два синих знака, лев и тигр, да? Не, на этом, я думаю, мы как бы закончили тебя мучить, потому что еще пару фоток, и ты уже не выдержишь. Я вообще никому привет больше не передам. Итак, нас на самом деле не четверо, нас пятеро. У нас есть еще один наш черный друг. Он уже раздет, он сейчас тоже черный. Он по одному начнет струну сейчас снимать. Нет. Так, я люблю такие вещи. Хотели, да, вот спеть с тобой песню. Это немного откорректированный текст, что мы делаем со всеми. Ну, как всегда, у вас, да. Да, мы не можем все в первоизданном виде, да. И тут мы подняли такую тему, мне кажется, тебе она тоже очень близка. Мы же все не британцы. Да. Особенно Артур. Особенно Артур, мы все не британцы. Я заметил, что сейчас вообще вот хип-хоп, да, пошел, что все... Да. Мода пошла. Не британцы, это, наверное, вот за передачи ваши начали так. Вполне вероятно. Сейчас, знаешь, уже в Москве будешь бородатый идти, тебе полиция не подойдет, но если ты побрился... Да. Кавказец сразу. Да. И вот тут такая тема, очень трагическая тема. Я думаю, она тебе тоже близка. Человек вот побрился. То есть его заставили побриться, или он идет завтра на работу, или что-то вот другое. На самом деле очень печально. Даже сейчас вытираю слезы. Сейчас я расплачусь и не рассказываю больше такие вещи. И вот текст человека... Сейчас я поправлю. Побритого. Человека, который невольно побрился. Невольно. Я прошу отвести... Заглянул, как работает болгарка. Я прошу отвести от экранов детей. На самом деле это очень... Особенно небритых детей. Ну что, поехали. И виноват я сам, знаю, каюсь. Только поздно все потеряно. К своему лицу я прикасаюсь, щетину ищу растерянный. Заиграли по щеке ветра холодные. Ведь побриться решился сегодня я. Эй! Опа! Снова бритва была в этом доме. Борода сыпалась в ладони. Будут щеки опять раздражаться. Что же скажут теперь не британцы? Закружили ветра вокруг дома. Борода уходила к другому. Только Тимати усмехнется, но кричит щетина, что вернется. У нас будет щетина вернется, друзья мои. Но не ему.